Сейчас проходит у нас племсмотр породы ретривер. То есть три породы у нас ретривер. Голден ретривер, лабрадор ретривер. И совершенно нового ретривера нам привезли. Новошотландский ретривер. Еще маленькая девочка в классе бэби выставлялась. Это даже не выставка, это племенной смотр. Для начинающих, ну тут в основном тут щенки и всем молодежь. Для начинающих это надо знать, как собака поведет себя на выставке, самим знать, что это такое. Получите описание, консультации специалистов именно по выращиванию, как дальше выращивать собаку, ее способности дальше конкурентные, сможет ли она конкурировать в ринге или нет. И нам, клубным работникам, кинологам, надо знать, что у нас в клубе подрастает в плане племенной деятельности и выставочных карьер. Мы будем смотреть пометы наши, мы же эти пометы составляли, что получилось в результате вязки, вот допустим, этой девочки и этого мальчика. Они родили какой-то помет, получилось, не получилось. Это племенное мероприятие, надо смотреть. Свои недостатки, может, какие, а может, наоборот, все хорошо. И дальше уже, дальше снова планировать, с кем можно вязать, с кем нельзя вязать, где будут здоровое, красивое потомство, где вот не удалось. Вот это именно для нас, для клубных кинологов. Регулярно у нас уже, наверное, лет 5, всегда в начале августа, вот этот день ретривера. Ну, у нас много участников, люди уже знают про этот праздник, день ретривера, и идут, регистрируются. А в октябре, в конце октября у нас уже будет выставка ранга ЦАЦ и монопородные выставки, вот Golden Retriever и Labrador Retriever. Вот, это уже серьезная выставка. Но вот те щенки подрастут, которые здесь выставлялись, и они уже с большей уверенностью пойдут уже в настоящий ринг, в настоящую выставку. Labrador должен показывать энергичные движения. Собака двигается достаточно быстро. Вот показали во всей красе собаку. Вот, и будет пробежаться по ней. Подготовиться одно и то же, да, немножко по-другому. Тоже свободные, но уже не столько энергичные, сколько вальяжные движения, но все равно просторные, все равно с хорошим толчком. Новошотландский ретривер, приманивающий. Вот, и собаки в России 50 лет. Собачка, собака. Слушайте, да, вот.